Так. Маленький гномик. Здрасте. Представьтесь. Меня зовут Мухаметова Язиля. Так. Я приехала из Казани. Понятное дело. Мне 22 года. Это моя карма теперь. Ну, так, для порядка, чтобы ты сильно не воображала. Я не воображала. Вот верхние йодли были на месте, а нижние... Ты, видимо, все время думала о верхних нотах. Верхние были на месте, а нижние чуть-чуть высоковато. А чем вы это делаете, Езеля? Она делает голосом. А можно это повторить, а то мы не видели. Я, на самом деле, вообще, мне очень нравится, я так вообще не умею. Поэтому я вот так вот открыв рот. Я так умею, смешно. Но она делает очень хорошо. Очень, очень круто. Поздравляем! Спасибо! Ну, Александр Борисович, вам повезло. Удачи. Удачи. Спасибо! Удачи. Молодец. Спасибо. Молодец. Правильно придумала. Спасибо. Правильно придумала. Попробуй так сделать. Я не умею. Нет. Я вообще умываю руки. Я совершенно не понимаю, как...